Раздался звонок телефона непрошенный, из комнаты выпроводив тишину. И голос довольный, кого-то из прошлого, тревожную в сердце затронули струну. Алло, как дела? Не узнала? Но надо же, а сколько же общего было у нас? У голоса явно фальшивили клавиши, и даже местами звучал контрабас. Я вспомнила лица людей, что оставили мой город, мой ум, мое сердце и дом. Я окна свои запечатала ставнями, неужто за тем, чтобы сломать их потом? Откуда берется вы, взрослые, новые, кто с просьбами, кто просто так, незачем? Мой дом окружает стена трехметровая, зачем мне пускать вас в пределы этих стен? В каком вы живете потерянном городе? Насколько тот город теперь далеко? Я молча искала ответ, но на проводе наставил голос, неясно кого. Рассказывай, что там? Плохого, хорошего. Я бросила трубку, и трубка звеня разбилась о пол. Эти люди из прошлого, как бездна, как пропасть, пугают.